Всем привет! С вами Маша Смолот, и я рада приветствовать вас на своем канале. Во-первых, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы все творческие задумки и идеи воплощались. Творите, рисуйте, создавайте, воплощайте идеи в реальность. Ну и вообще, всего самого наилучшего. А теперь вернемся к видео. Сегодня я хотела показать, как быстро и из подручных средств создать подвес для бутылок. У меня сделан подвес на 4 бутылки, но при желании можно сделать и больше. Из материалов я использовала фанеру, натуральную кожу и гвозди. Всем спасибо за просмотр. С праздниками, всего хорошего. Ставьте лайки, подписывайтесь. В общем, всем добра. Пока.